Estoy pícero. Не вижу я горелевых спутников, ну да ладно. А вот Марс вообще что-то не фокусируется, да? Жаль. Рядышком совсем находятся. Так, сегодня у нас 19 марта 2000... Ух ты. 20-й год. В Харькове, по крайней мере. Купил я вчера себе 125-кратный фотоаппарат. Этот у меня старичок 50-кратный. В общем, осталось только дожидаться времени подходящего, погоды подходящей, ну и купить штатив, потому как мой старичок давеча отдал Богу душу. Это ресторан. Это провод, кстати, упал. Нет, это нехорошо. Туда лучше не подъезжать. Надо сейчас позвонить.